Здравствуйте! Здравствуй, страна Фаберлик! Мы рады приветствовать вас на торжественном гала-ужине драгоценных директоров на Бали. Сегодняшний вечер для вас проведут Лилия Ремкевич, директор дочернего предприятия «Фаберлик Беларусь». И, конечно, сегодня все для вас, самых решительных лидеров Фаберлик. Мы с гордостью можем сказать, что сегодня здесь собрались самые решительные люди Фаберлик, которые ставят перед собой самые амбициозные цели и уверенно идут к их достижениям. Согласитесь, друзья, как здорово, когда в одном месте столько красивых, успешных, ярких лидеров компании «Фаберлик». Давайте поаплодируем друг другу! Сегодня нас с вами ждет очень много приятных моментов и сюрпризов. А у кого-то сегодня праздник вдвойне. И сегодня в этом зале есть именинница. Мы приглашаем на эту сцену рубинового директора России Ольгу Филонову. Всем приятного аппетита! Мы скоро с вами снова встретимся!